Ну чё, привет всем, с вами я, Авиан. Давайте поиграем в игру под названием SCP Containment Breach. Вот русская версия, назовем как-нибудь имя субъекта по-русски. Авиан, допустим, пусть будет. Ну, и начнем, пожалуй, на безопасном. Ну что ж, вот просыпается наш главный герой с мыслями: «А где я?» Подбираем листовку, читаем. Класс D 9341. Каждый сотрудник класс получает... Если все пойдет согласно по плану, что означает, мы получим освобождение. И вы будете сняты, все вас снимут с предыдущих обвинений. Привет. Просто следуй за мной. И, кстати, мы имеем право устранять любых непослушных испытуемых, так что я не советую. Окей, я понял, к чему ты клонишь. Просто не обращай внимания, он там сзади тоже МТВ. Внимание! Начальник службы безопасности Франклин. Немедленно явитесь в камеру содержания 173. Ну, типа... Как дела? Блин, меня эта озвучка бесит это реально. Мне... Прикольно, чё? Пришли, иди да? Иди в ту дверь и следуй всем инструкциям. И, возможно, ты останешься цел. И, кстати... Спасибо, уродище. Ну, это я все знаю. Можете на паузе прочитать. Давайте, я даю обратный счет. 5, 4, 3, 2, 1. Все, больше вы это не увидите. Это понятно все. Внимание! Всему персоналу СД приказывается войти в камеру содержания SCP-173. Да, заходим, все, заходим. Закрыто. Подойдите ближе к SCP-173 для тестирования. Опа, прикольно. Неужели ты думаешь, что можешь самовольничать? Вернись в камеру сейчас! Пошел нахуй. Специально, чтобы он вас убил. Ну и чё? Все. Сохраняемся здесь и начинаем наше прохождение. Хотя в начале игры попасть в... к деду в гости. Бляха, там 173 сейчас будет. Слышал? Я надеюсь, это... Хотите взглянуть на 173-го? А у нас тут неполадки. 173 здесь, что ли, за стеной стоит? Не, 173 где-то в этом радиусе находится, но я не могу понять, где. Ес, карточка появилась у нас. Батареечки. На всякий случай там для очков. Так, скидываем все вот это, значит, да? Где 173-й? Что-то я не могу понять. Ага. Вот ты где, да? Забираем кошелек. Получается, кошелек нам... Тихо. Я на себя смотрю, что там. Сосать, SCP сосать. А-а-а! Ты чё? Угомонись. Короче, сюда. Тут тихо. Тесла. Да я же отошел! Главное, чтобы дверь не открылась. И 173 не вышел. Все, мы в безопасности на некоторое время. Что с карточкой случилось? А, тут просто кнопка обычная, я понял. Ну, здесь находится, сами знаете что, это череп, который отправляет в лагерь Гитлеру. Я его потом покажу как-нибудь. Отдельный обзор сделаю на SCP, если вам зайдет вся эта тема.
Ой, блин, я думал, 173-й сюда уже пришел. Тут Мишка, которого сейчас не будет. И тут зона строгого содержания. Это понятно. Окей, нам нужно срочно искать... Как его? 914-го, во. Для того, чтобы карточку обглянуть. Скоро найдем. Сейчас пока тут побегаем, поносимся. Вот мне нравится SCP. Тут есть очень полезный. 714-й. По-моему, так. Не, карта первого не интересует. Это, короче, колечко от 049-го спасает. Так что такие дела. А тут лифт к ящерам, по-моему. Давайте к ним сгоняем. Все, я от 173-го ушел. И сейчас поеду к 939-м. Да, это очень страшная ящерица. Не, я вам серьезно говорю, они, если спалят, то это все писец будет. Рубильник надо активировать. И бегу. Фух, спасся бегством, я крутой. Здесь я не помню маршрута их прохождения. Но благо тут нет 173-го. Покажись, я тебе сейчас покажусь, урод. Бля, тут стрёмненько с ними ходить. Они, по-моему, так не ходят, если я не ошибаюсь. Отлично. Я вроде бы от него уклонился. Что это такое? Так, там еще один урод. Сейчас. Так вот сделаем. Вроде не палюсь. Он пошел в ту сторону. Но у них траектория движения, они, по-моему, разворачиваются постоянно. И идут куда-то в другое место совсем. Фух, я прошел. Но слишком рано радоваться, потому что это еще не все. Супер же, зашибись. Да что-то не очень зашибись. Лифт. Вы вызвали лифт. Я вот не люблю к ним в подвал спускаться. Тут должна быть рука. Бляха-муха. Нам еще руку надо забрать сейчас будет. Так, ну что? Я вижу, он там стоит. Кто там? Будем ждать, да? Мне нужна рука. Чувак. Блядь, я забыл, что здесь нет этот лифта нету. Да, у него на жопе глаз нету, но он меня спалил. Вот я не знаю, где у них рука тут прячется в подвальчике. Вроде бы я от него убежал, насколько я понимаю. Вот с очками в 1000 раз проще будет ходить. Прям блаженствую, что нашел очки. Ну, блять, рука. Мне рука нужна. Вот не их рука, а рука тут какого-то белого чмыря. Кто тут спрашивает меня? Кракозябик. Кто там? Да блин, ты там долго стоять будешь? 939, мне надо идти уже. О, ужас, что это? Блин, он сюда идет, по-моему. Все это очень странно меня. А, вот рука лежит, отлично. Рука у меня есть. Надо отсюда деру давать. Я его понял, как он ходит. Все отлично. Ну, короче, круги нарезать.
насколько я прав. Наверное, мне всякое мерещится. Лошара, это мы снимаем. Можно идти дальше. Поехали на лифте. Снова к 173-му. Уже весело. Где лифт? А теперь я хрен знает, куда идти. Где светло, наверное, туда идти надо. Тут лампы находятся. К лампам мне пока что не надо. Да и вообще мне к лампам не надо идти. Пробежал. Где-то тут 173 должен быть. Это самое начало игры. Так, я ходил в ту сторону, теперь пойду в эту сторону, пожалуй. А, нет, я ходил в эту сторону. Я что-то путаю. Где-то здесь 173 ходит. Блин, он прям рядом показывается. Я не был в оружейке. В оружейку второго уровня карта нужна. Я был прав. Нужна ключ-карта второго уровня. Как ее получить не читерским способом? Интересно узнать. Нам сюда, в легкую камеру тестирования. Здесь мы получим карточку второго уровня. Главное здесь не моргать. Закрываем, моргаем. Заходим. Забираем карту, не моргаем. Эта тварь выберется сюда. Теперь закрываем. У меня есть карточка второго уровня, можно сразу сходить туда, куда я хотел. Так, это мне пригодится. В кошелек положу. Заходим в оружейку. Как она называется? Смотрим, что здесь находится. Рация. Батареечка, еще одна рация. Всякие документики. Я их не буду собирать. Они никакой ценности с собой не представляют. Значит, у меня куча батареек. Можно заправить очки. Потом что? Навигатор скоро сядет. Рация. Самое интересное и самое полезное. Я все сюда вынес. Поэтому здесь делать больше нечего. Время искать 914-го. Тварюга выбралась на свободу. Вы слышали звук? Как стекло разбилось. Да, я тоже слышал. 914, спасибо. Хвала небесам. Запомнить нам. 914 находится от оружейки прямо и слева. Тут есть аптечка. Ее, кстати, апгрейднуть надо. Не знаю, давайте тестировать. На Very Funny, если я поставлю, что он будет. Будет все очень плохо. Фух, чуть аптечку не юзанул. Ставим сначала на очень тонко. На всякий случай сохранюсь, так как если у меня что-то не получится, я буду перезагружаться до тех пор, пока не апну какую-нибудь нормальную карточку. Можно же, кстати, если повезет, омни-карту апнуть. Офигеть! Вот это мне повезло, ребята! Офигеть! Это же самые лучшие очки в игре. 173-й. Все SCP тут пишутся. И расстояние до них. Вот это что? Странная бутылка. Будем тестировать?
Сука, я так и знал. Да уж, что за день сегодня? Очень неинтересно. Вот это мне повезло. Так. Куда мне идти, я вообще понятия не имею. Я выбрался. Да, ведь я крутой. Ну что ж, мы нарушили игровой процесс весь. Можно так сказать. Аптечку юзаем. Блин, ребят, слушайте, зря эти капельки выпил. Мне кажется, лучше загрузиться, потому что, да, я сейчас стал инвалидом, и к этой зоне я не готов никак. У меня нету даже карточки, чтобы открывать. Да, сами понимаете, загружаться надо. Потому что я отсюда никак. Все, загрузился. Эти странные капли. К черту сюда. И карточку. Навигатор полезный тоже. 0.49 выдает. Давай, очень тонко. Попёр процесс. Кстати, листовка. Вот это вот почитайте, вы с ума сойдете на паузу, это почитайте как-нибудь. Карточка второго уровня. Вот эта странная бутылка мне вообще никак не нужна. Карта вернулась к разряду второго уровня. Блять. Дед, здорово. У меня карта готовится. Как ты не понимаешь, у меня карта готовится. Мне нельзя ее профукать. Я отсюда не выберусь, пока карту не возьму. Дед, пощади меня. Так, быстро карту собираем. Третьего уровня, неплохо, хоть что-то. Открывайся. Открыл. Пошел в жопу, дед. Пошел в жопу. Открыл дверь. Открывай. Фух. Мне повезло. Да. Надо убегать от него. Блин, зря я к этому дебилу зашел. Он меня постоянно будет преследовать. Теперь вот это вот. Муха-цикатуха. Давай, подходи. Раз на раз. Вот так можно убегать от 106-го. Давайте проследим за ним, кстати. Ух ты, читак. Блин, 173-й где-то здесь. Ну, дед, отстань, уже время сколько прошло. Я тебя не боюсь. Давай, дед, что ты мне сделаешь? Неплохо так-то дед ко мне шлепает. Он до сих пор не пропадает. Вообще не хочет. 173 где-то внизу находится. Дед, оставь меня в покое. Я тебя сейчас убегу просто и... Ты меня достал, короче. Почему он так долго пропадает? Чё? Я его убил? В смысле? Я убил деда? Чё? Это как? Как я деда грохнул? Как? Вопрос. Подождите, я его убил, что ли? Жесть. Вот это приколы понаехали тут у нас. Я деда стал убивать. Вот оно, колечко это, 714. Да, 714. Хороший CP. Он мне очень помогает. 500-го забрали. Кто?
Посмел. 173, я ж тебя вижу. Ты очень сильно палишься. Даже не вздумай сюда заходить. Книга болезней. Это нахер мне надо. Хотя давайте под конец видоса затестим книжку болезней. Сейчас я что-нибудь скину. Допустим, вот эта вот странная бутылочка с дедовской жидкостью. Берем книжечку, и нам ставят диагноз остановка сердца. Ну, тут ждать нечего. Все, у меня сердце встало колом. На этом сегодняшнее прохождение CP заканчивается, так как получается, я уже записал там по времени, у меня много вышло. В первой серии я очень сильно апнулся, и можно уже идти в хардзону, только отключать там пару установочек, чтобы меня запустили в хардзону. Ну и зачитаю вам. Он погиб от сердечного приступа после чтения SCP-1025. Это точно. Если такая вещь, как психосоматический сердечный приступ, или же у SCP-1025... есть некоторые аномальные свойства, которых мы еще не знаем. Ну и с вами был Авиан. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. До скорой встречи. Пока.